Александра Перфильева, Вести. В Москве дали старт второму сезону проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его цель – помочь студентам и молодым специалистам пройти стажировку в одной из ведущих российских компаний. Участниками первого сезона в прошлом году стали более 30 тысяч молодых людей, а стажерские вакансии предоставили 100 работодателей. В этом сезоне «Профразвитие» охватит еще больше сферы организаций, изменится также и формат проекта. В этом году мы отказались от временных рамок. Сезон будет постоянно действующий, проект будет постоянно действующий. У нас ребята смогут найти себе подходящую стажировку. Работодатели смогут не привязываться к времени проекта, а привязываться непосредственно к нуждам по поиску кандидатов. Но важно сказать, здесь я хочу обратить внимание всех наших будущих участников проекта, что не стоит ждать завтрашнего дня, потому что, конечно, с одной стороны мы отказываемся от временных рамок, с другой стороны, вакансия будет закрыта тогда, когда найдется подходящий кандидат. Масштаб ДК.